Всем привет, меня зовут Бачилов Максим, я спортсмен Академии ММА. Сегодня я вам покажу одну из вариаций приема треугольника. Вот мы сейчас на данный момент находимся в гарде, положение гард. Мы пытаемся закинуть своему сопернику треугольник. Проталкиваем его руку между ног. Вот, между ног. Но соперник нам обычно этого не дает делать. У нас есть возможность развернуться немножко на сторону. Мы закидываем свою левую ногу ему на спину. Своей рукой помогаем закинуть его руку на свою ногу. Мы отключаем его руку полностью. После этого мы свою правую ногу закидываем ему на шею. И закрываем треугольник. Эту руку, правую руку своего соперника мы скидываем в сторону. Поворачиваемся чуть-чуть на сторону. Своими двумя ручками мы ложим ему на затылок и сжимаем. Мы находимся в положении гард. Пытаемся закинуть соперника руку между своих ног, но соперник не дает этого сделать. Мы поворачиваемся на сторону. Закидываем свою правую ногу ему на спину. Своей левой рукой я помогаю положить его руку на свой носочек. Свою левую ногу после этого я закидываю ему на шею. И тут закрываю замок. Руку соперника я скидываю под его шею. Свои ручки я ложу ему на затылок и сжимаю, прижимаю его к себе. Соперник стучит, естественно, будет удача.